Добрый день. Хотел еще раз поблагодарить за возможность принять участие в столь интересной конференции. Сегодня речь пойдет в моем докладе о спасительной брахитерапии. Разберем несколько клинических случаев различных вариантов рецидивов, которые могут возникать после различных вариантов лечения рака предстательной железы. И на сегодня хочу сказать, что по данным мировой литературы биохимический рецидив после различных методов лечения, в том числе после радикальной простатектомии, дистанционной лучевой терапии, достигает до 30%, особенно в группах, если мы имеем дело как раз с пациентами группы высокого и крайне высокого риска прогрессирования. И вот на данном слайде показано, что в основном рецидивы возникают не локальные, а именно регионарные, то есть это развитие метастазов, и лишь 28-30% это те рецидивы локальные, с которыми мы можем работать. Но тем не менее сальважные технологии лечения рака предстательной железы, рецидивов рака предстательной железы, они не столько распространены, потому что они все достаточно токсичны, и поэтому только лишь 2% от этого числа пациентов подвергаются каким-то локальным воздействиям по поводу рецидивов. Значит, если брать рецидив рака предстательной железы и разбирать, что же это делать, что с ним делать дальше, то наблюдать, как правило, таких больных невозможно. И этим пациентам, как правило, назначается андроген-депрессионная терапия абсолютно закономерно, потому что здесь мы получаем биохимический контроль за опухолью, в общем-то, контролируем дальнейшее течение заболевания, но, по крайней мере, до поры до времени. Конечно, с различными токсичными реакциями андроген-депрессионной терапии, но тем не менее, если брать другие варианты лечения, дистанционная лучевая терапия, радикальная простатэктомия, HIFU, брахитерапия, это все технологии, которые также имеют более высокие риски развития осложнений. Конечно, они всегда более высокие, потому что уже достаточно сложная такая система, как предстательная железа, которая сопряжена с мочевой, половой системой, с системой удержания мочи, конечно, они подвергаются достаточно активному воздействию, и мы всегда имеем риски, повышенные риски развития осложнений. И единственных таких единых подходов в этом нет, в тактике и в диагностике лечения этих пациентов, поэтому всегда эти пациенты имеют определенный индивидуальный подход лечения. Если брать метаанализ последний, который был опубликован в PubMed за 2021 год, то видим, что недержание мочи, которое оценивалось в этом исследовании, после радикальной простатэктомии было гораздо больше, чем при других вариантах сальважной терапии локальных рецидивов рака предстательной железы. Но долго на этом останавливаться не будем. Значит, касаемо диагностики. Диагностика у этих пациентов всегда направлена на то, чтобы исключить отдаленное метастазирование. Потому что если мы берем пациента с высоким риском развития метастазирования, то риски, которые мы получаем при воздействии на локальный рецидив рака предстательной железы, они всегда не оправданы. И поэтому, конечно же, это в диагностику этих больных включается и МРТ, и ПЭТ с ПСМА обязательно биопсия, то есть гистологическая верификация, и оценка качества жизни и в целом оценка рисков отдаленного метастазирования. Большую роль играет биопсия предстательной железы. В нашем центре мы всегда используем сатурационную промежностную биопсию, если это возможно, потому что не всегда нам методы визуализации показывают истинное расположение очага, и дальше в определенных клинических примерах я вам это покажу. Что касаемо опыта, такого небольшого опыта нашего центра, значит, плотно сальважной брахитерапии, спасительной брахитерапии мы занимаемся уже 5 лет. За 5 лет у нас пролечено 57 пациентов.
Из них сочетная радиотерапия – это 12 больных, то есть брахитерапия с лучевой, дистанционная радиотерапия – 12 больных, также брахитерапия – 15 больных, радикальная просвотектомия – 17 пациентов и после ХАЙФУ – 1 пациент. Вот мы видим, что у пациентов в группе радикальной просвотектомии и ХАЙФУ, то есть там, где лучевой терапии не проводилась ранее, у нас практически 100% эффект. То есть мы достигаем 100% результата контроля опухоли. При этом, если мы берем радиотерапевтический метод лечения, первичный, то видим, что там, конечно же, радиобиология этих опухолей, она меняется, причем значительно. Эти опухоли, они зачастую имеют сниженную радиочувствительность за счет сниженной оксигенации. И, соответственно, у этих больных мы получаем больше количества рецидивов и больше токсичности терапии. И вот разберем несколько случаев касательно рецидивов. Ну, во-первых, по поводу радикальной просвотектомии и обследования. Здесь показана схема, по которой мы работаем при биопсии ложа предстательной железы. Обязательно обстреливается зона пузырно-уретрального анастомоза, и, если это возможно, то зона семенных пузырьков. Ну, вкратце коснусь одного пациента. Значит, здесь пациент был достаточно молодым, и сейчас у нас наблюдается. Значит, один из первых пациентов, которым мы проводили сальважную технологию лечения рака простаты после радикальной простатэктомии. И у этого пациента в 2010 году был рецидив, было хирургическое лечение по поводу рака предстательной железы. В дальнейшем лучевая терапия проведена уже по поводу локального рецидива. И он к нам уже поступил уже после лучевой терапии повторно с локальным рецидивом Глисон 7. Здесь по данным МРТ мы видим достаточно большое образование, объем этого образования порядка 5 кубических сантиметров. И, казалось бы, ну ничего особенного, облучили, как обычно, предстательную железу, две фракции по 12,5 грей, когда ему дали. Токсические реакции у пациента практически отсутствуют, качество жизни на высоком уровне, но особенностью течения этого пациента, почему я его решил представить, именно то, что динамика его ПСА была достаточно интересной. То есть первые два года мы отмечали такой нестабильный ПСА. ПСА колебался в течение 0, в пределах 0,5 нанограмм на миллилитр. И спустя два года был рост ПСА такой резкий, до 1,2 нанограмм на миллилитр. Конечно, ему была проведена и МРТ, и ПЭТ-КТ. Данных за рецидив мы не получили, и дальше в течение нескольких месяцев мы отметили снижение ПСА, и вот в течение уже нескольких лет он у нас наблюдается, и напомню, это один из самых первых наших пациентов, и это в целом говорит о том, что эффект от брахитерапии мы в целом получили через два года, то есть процессы у него происходили, и клетки, которые, на которые было направлено наше лучевое воздействие, они погибли именно спустя некоторое время. Пациент второй. Здесь пациент достаточно недавно у нас пролеченный, но почему мы его тоже взяли в этот обзор? Потому что этому пациенту почти 8 лет назад была проведена радикальная простатэктомия, и рост ПСА у этого больного был практически сразу, то есть через 4 месяца неуклонный рост ПСА. Ему назначена андроген-депривационная терапия в интермитирующем режиме, и он таким образом наблюдался в онкологическом диспансере по месту жительства. К нам обратился уже в дальнейшем. Мы ему сделали, провели обследование, и по МРТ было обнаружено, что на самом деле у него предстательная железа была, часть предстательной железы была оставлена, вот здесь представлена на снимке МРТ, и пациенту проведена сатурационная биопсия,
предстательной железы, и в одном участке на где-то 7 часах условного циферблата мы получили в одном биоптате аденокарцином гусен 7. Надо сказать, что все остальные биоптаты, во всех остальных биоптатах мы получили хронические простатиты и доброкачественные гиперплазии простаты. И в дальнейшем была проведена брахитерапия. Особенностью этой брахитерапии сальважной было в том, что мы провели оконтуривание именно зоны, где мы получили очаг аденокарциномы. Там был создан буст и две фракции по 15 грей. И в дальнейшем этот пациент у нас наблюдается. Здесь клинический пример. Также после радикальной простатэктомии в 2013 году большой ПСА, гусен 8, и в дальнейшем через 2 года рост ПСА до 2,5 проведена лучевая терапия на зону ложа предстательной железы и зону семенных пузырьков. И в дальнейшем опять рост ПСА, и мы видим, что по данным ПЭТ справа у нас накапливает очаг и описывает в проекции семенных пузырьков справа участок с накоплением радиофармпрепарата до СУФ 4,5. У нас в центре проведена биопсия как левого, так и правого семенного пузырька, и мы получили наоборот как раз-таки слева аденокарцином гусен 6, а справа мы ничего не получили. Это не исключает той возможности, что мы тоже могли промахнуться, поэтому была проведена брахитерапия с двух сторон пациенту, и здесь показан этап оконтуривания, и, собственно, было поставлено 5 игл, также 2 фракции по 15 грей, и в настоящее время пациент уже более 2 лет у нас под наблюдением. Здесь пациент после радикальной простатэктомии спустя 10 лет обратился к нам. Биопсию мы ему выполняли на прошлой неделе. Значит, изначально у пациента выявлен аденокарцином гусен 7. И спустя как раз-таки где-то 8 лет начинался объем подъем ПСА. Пациенту проводилась андрогентепрессионная терапия также в интермитирующем режиме. И по МРТ мы получили очаг в ложе семенных пузырьков, сделали биопсию и получили аденокарцином гусен 9. В дальнейшем этому пациенту месяца через 2 мы проведем брахитерапию на эту зону. Также этому пациенту была проведена биопсия ложа удаленной железы, но там признаков рецидива мы не выявили. Рецидивы после йода 125, после брахитерапии — это отдельные пациенты. Отдельные пациенты. Почему? Потому что, опять-таки, я повторюсь, что радиобиология этих рецидивов, она совсем иная, и особенности течения этих пациентов, они гораздо более сложные. И здесь пациент 63 года, в 2014 году этому пациенту проведена брахитерапия йодом. Особенности у этого больного было то, что железа была очень маленькая, 10 кубов, и произошла миграция в ранние сроки после имплантации источников, что явилось в дальнейшем причиной развития рецидива у этого больного. И другой вариант рецидива – это отсроченный рецидив, может быть, даже радиационно индуцированный рецидив рака предстательной железы, когда у пациента спустя 4 года после брахитерапии в зоне семенных пузырьков выявлен рецидив. Также этому пациенту была проведена, как и первому пациенту, сатурационная биопсия, и подтверждено аденокарцинома гусен 8, хотя изначально была шестерка. И особенности брахитерапии у этих двух больных: первому была проведена стандартная брахитерапия, а второму была проведена фокальная брахитерапия в одинаковых дозах. И мы видим по графиком, что при проведении фокальной терапии мы значительно снижаем дозу на уретру, на прямую кишку, и при этом увеличиваем дозу как раз-таки на выявленный очаг. Также вариант фокальной брахитерапии у больного после ранее проведенной дистанционной лучевой терапии —
протокол с ультрационной биопсии, выявлен аденокарцином Гельсон 8 в правой доле и вариант проведения также фокальной брахитерапии на нижнем внизу экрана. Применение объема образующего геля, она достаточно активно используется, и не только при сальважной терапии, но и при комбинации брахитерапии и лучевой терапии, и при брахитерапии в монорежиме, при прилежании предстательной железы к передней стенке прямой кишки. Но при проведении сальважной брахитерапии нами практически всегда используется объемообразующий гель, который позволяет создать такую гелевую подушку, и расстояние от предстательной железы до прямой кишки увеличивается в среднем где-то на 8-10 миллиметров, что позволяет увести переднюю стенку прямой кишки из зоны критических, из зоны критического облучения. Значит, по нашим данным, по нашему анализу, значимыми факторами развития рецидива у пациентов, которые вошли в исследование сальважной терапии, это, во-первых, первичная группа риск. Мы видим, что у пациента с изначально крайне высоким риском прогрессирования, то есть это пациенты с стадией Т3Б или с аденокарциномой индекса Кельсона 9, у этих пациентов изначально проведение сальважной брахитерапии носит малоэффективные малоэффективность, и этих пациентов, в принципе, наверное, даже не стоит расценивать как пациентов, которым возможно провести эти технологии. Далее уровень ПСА при развитии рецидива более 10 нанограмм на миллилитр, время до развития рецидива менее 12 месяцев, и ПСА перед проведением сальважной брахитерапии более 4. То есть все эти факторы, они влияли на дальнейшее развитие либо метастазов у этих пациентов, либо на развитие локального рецидива. И качество жизни, это один из последних слайдов о том, что мы у пациентов, которым проводили сальважную терапию после радикальной простатэктомии, дистанционной чего-терапии или сочетанной терапии с иридием или ХФУ, все эти пациенты в основном достигали того качества жизни и уровня качества жизни, с которым они к нам обращались. И единственное, конечно, неудовлетворительное результаты у некоторых пациентов, не скажу, что у всех, это были у пациентов, которых ранее проводилась брахитерапия йодом. Спасибо за внимание.